Когда ты выходишь на сцену со своей песней, ощущение, что ты выводишь на сцену своего ребенка за ручку. Ксения Артемович, автор и исполнитель из Твери, вспоминает об одном из самых волнительных моментов в своей жизни. На международном конкурсе «Журавли над Россией» она вышла на одну сцену со 140 участниками из разных стран мира. Признается, надеялась на победу только в глубине души. В основном все славили патриотическую тему. Моя песня называется «Русь». Очень хочется донести через эту песню, что если мы все вместе в нашей стране будем стоять горой за наши традиции, за русский дух, нам не страшно ничего. Интересно, что музыка для песни о родине родилась необычно. Ксения услышала ее во сне, а затем уже появились слова, придуманные практически на одном дыхании. За страну мы горой будем все вместе стоять. За страну. Вера и любовь к традициям стали своеобразными спутниками к победе. Ксения Артемович привезла в Тверь достойную награду – диплом, подписанный Иосифом Кобзоном. В обычной жизни Ксения очень скромный человек, но на сцене, признается, стеснение проходит. Для нее всегда важно услышать критику жюри. Самое главное для меня – это был материал, как они относятся к музыкальной составляющей песни, как они относятся к тексту. По поводу вот этих моментов критических комментариев не было. С самого детства Ксения Артемович буквально живет музыкой, а любовь к русской культуре и народным традициям привила ее педагог Евгения Засимова. Сегодня Ксения уже сама музыкальный руководитель. В ее небольшой, но уютной студии обучаются те, кто к музыке не безразличен. Она уверена, победа на международном конкурсе, награда и похвала настоящих мастеров – стимул развиваться дальше. Светлана Куликова, Руслан Попов, РЕН-ТВ «Пилот».